Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Блин, ну прикинь, сейчас 108 будет. Эй, мне тоже какой каплю. Вот, и там даже не важно было. Как в дороге. Ладно, не буду лачить. Мы все тебе очень рады, блин, спасибо. А как там Майами? Офигенно. Погода классная, солнце, пляж, все дела. Сейчас, секундочку. Дорожный дождик. Смотри, подольше. Да, нет, наверное. Подожди, а плюс монета. Так это тоже не то. Так, давайте что-то придумаем. Что он делает? Левлапает, 5 собирает. Там капля стреляет на него. Ты что, довольно слабоват? Жалко, что с этим довольно слабо дается. Хорошо бы капли прокрутить было. Артлан, посоветуй, как специалист, что лучше взять. 4 пива, 9% или 1 вино, 14% бюджет 300 рублей. Без понятия. Крутанин, ну можем пробовать. Это просто эту штуку придется выкупать. Не верю, что мне нравится. Ну, может быть, будет триплет, не знаю. Вот сейчас на следующий собирается эта свинка. Собираю в Ругуга и Нормаз. Поражение, кстати, в Халамину. Спасибо. Спасибо, классно. No. Я вообще ничего не забил. Все, кранты нам. Приду мне, спасибо. Минус 14. А, офигенно. 19 здоровья. Глазам еще файт, 8. Ну как? Мне нравится эта двоица. Ну как, чат, подождите. Бахай эту штуку сюда. 100% трипле, да? Продал тогда это все. Сейчас раз трипле собрал. Пытался Ругука собрать. Я отлег на секунду, 19 хп. Нас жестко пробил, чувак. Мы вообще там ничего не забили. Только весь мусор. Мерц в любом случае в 4 собирать. Ну кот, так по седуникам, наверное, не буду продавать его на этот ход. Два камня, конечно, такое прикольно, но... Пока хочется с камнями немножко пожадничать. 17-30. Поражение 100. Замечательно. Камень я не дам, кстати. Два камня нужно было давать, чтобы справиться. Камень я не дам. Сейчас, секунду, ребят, ставлю треки дальше. По очереди.
Релак? Так ладно, это, как поняли, неплохо. Что-то вспомнилось. О, он миллион раз его забафал, что? Как ты это сделал? Как? Вау. Так, что-то вспомнилось. Сейчас, Тигра, спасибо за 100, что этот трек вспомнился. Книжные дети. У меня сегодня день рождения, можешь помяукать? А вы не врете? Арслан, чтобы сувериться, что с мочкой все в порядке, покажи срочно, я же показываю, несколько раз показываю. Да, он сам на себя не кидает, то есть на такую же карту не будет кидать. Ну ладно, хорошо, ребят. Мяу-мяу-мяу. Надеюсь, у вас праздник рождения. Надеюсь, ребят, не какой-то развод. Так, вот это сверх слабого. Я, кстати, вообще на цепях выигрываю. У меня 13 здоровья. Один хайрольный чувак, и все, и минус мы. Еще немного подушню треками. Еще немного подушню треками. Слушай, Ким, большущее спасибо. Продолжай, пожалуйста. Мисс Атака? Что, где, на чём? Ту-т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 у
Ну, это происходит, да. Тебя забрают на всякие пожарные. Я употролил. Никто спел. А, Маракаса, ну, фигня. Я понял, понял, окей. Надо бы это сделать, но... На нем атака не критична. Арсван, мы все понимаем, теперь ты в столице, нравы свободны. Когда уже появится платный канал в телеге с твоей жопой? Трек для господ из чата. Не, платный канал не появится. У меня, кстати, правда, сегодня день рождения, Парасат. Да ладно, они меня с днем рождения поздравляют. А чего там чат не поздравляете? У Аними день рождения. С днем рождения! Что? Поздравляю, конечно, поздравляю. Бесплатный, да, такая бесплатная есть. В принципе, бесплатный, все еще существовал, да, ну и как бы. Для кого-то, может, появился, кто про него не знал. Ты. Раскрасщик? У нас может быть катка с раскрасщиком? Я могу тебя продать. Ребят, что думать насчет раскрасщика? Насколько он хорош? Как будто говно какое-то. Честно думаю, что это какое-то говно. Ну, нам это не нужно, в смысле. Не очень, но я тоже вот того же мнения. И я того же мнения. Вот это было бы неплохо трепья собрать, конечно.
Вау. Погодите-ка, ребят. Я что-то с пятерки, да, поставлен стал. Бра, ну вот-вот. Я могу продать сейчас вот это вот. Продал. Сейчас ты релак активируешь на Ищегла Шкура. Метка есть, да, но я хочу, наверное, пятерку поставить, которая будет. Плюс камень получить. Во. Кто из них был лучше, ладно, не знаю. Так. Ага, это вот нас побил, да? Нас побил очень зло. Пошел ты! Бран, лучше с ним можно... А, ну, кстати, может быть. Я просто подумал, что мне могут дать свинку, которая дает атаку, чтобы у нас не только жопка качалась. И тогда, ну да, типа уже этот Брандов из этой штуки. Ну, хотя все еще атака, все еще нормально. В конце хода. Не знаю, пока вообще не понятно, зачем. Спасибо всем большое за поздравления. Ставлю праздничный трек. Всех люблю. Что? Что? Рундур будет, да? Наверное, не. Блин, спасибо за 1000. Вау. Я думаю... А, блин, хотел сказать, я думаю, никто не будет против, если я поставлю трек вне очереди. А там... А там, кажется, трек, но немножко не этот. Не про день рождения. Ладно, ставлю все равно. Поздравляю, Анмия. Будем продавать ради вот этой штуки. Блин, там надо было 1.5. Ой, это вода оставить. Он экс идет, ну посмотрим. Копка так выкинем. Так, ну он сможет да я забить. Возможно, если вас двоих местами поменять, мне кажется, сможет. У меня всего одна сенка. Если мы дадим репорт, скорее всего, продам. Хотя подожди, там еще может быть птичка. А, птичка в 6 находится. Все равно можно попробовать. Плюс сообщение чекни, сейчас посмотрю, ребят. Думаю пробовать грейвьярд. Кипер, не подскажешь, какие активности там больше времени занимает. В грейвьярде. Там есть по дням чуваки там приходят с квестами. Так же для чатика постоянно, который принести. Ну, а чатики, думаю, оценил уже, себя танцует. Ну и там стройки, добывалки. Там деньги очень тяжело добываются.
1.18. А, теперь нет смысла менять. Ладно, жопка есть, но... Посмотрим, что это получится. Ну, брат, брат. Ну, я говорю, опять же, я надеялся, что Волынчик упадет. Волынчик плюс Ривендера, чтобы он работал. Сильвестр Кидачи разбит. Это мало, на самом деле. Тем более, у него свинки 6. Он как мы. Возможно, из-за билки даже лучше будет. Я думаю, что мы его перескелим со временем, но я думаю, что здесь сейчас он может быть сильнее. Чарлыга. Кто там золотой? Он его сделал золотым. Только не 2%, не надо. Ну не надо. Вот камни теперь атаку дают. Теперь будет не только жопка качаться. Только не надо драться, пожалуйста. О, плохой дар. Ну, хватает. Хватает, ребят, let's go. 2%, ну не надо 2%. Потом тоже не получить. А вот, ребят, и Бран. Только же не надо. Роу. Это насчет колеса Йока тоже писали. Какая, кстати, штука есть, если тебя. Если камни только перейдем. Оп. Три, 22. Оп. Оп. Не левелап же особо смысла нет, да? То есть я Реборса найду, это будет там намного лучше усиление, чем нежели левелап. Ну, типа, можно левелап, но только ради... Черлыги в основном. Типа... Птичка вряд ли мне нужна. 3-2, да, 3-2, ребят. Камень 3-2 дает. Можно такую штуку забрать, если что вдруг. Я бы не должен такого собирать. Не знаю, что сейчас собирать. Ну, я пока посидит, ничего не найти, тоже нормально. Бонга есть. Бонга с меня получает 3-2-2. Проблема с Бонго, то что я, скорее всего, должен буду продавать ради этого. Потому что я хочу атаку качать. Бонго лучше, со временем будет лучше. И, кстати, эту штуку я не буду брать. Релак еще один, вернее, нет. А, ладно, смотрим. Я еще одного банка залочил. Что там? Два тренера. Не, блин, ребят, кажется, очень надо все-таки. Вот так идет. Кошмар. Жопка есть, атаки вообще нет. Ну, вроде как он когда-то... Когда-нибудь рано или поздно забафы настолько, чтобы можно было что-то где-то трейдить. Долго тренера добрались. В одну карту залазаем. Ну, кстати, вообще немного не хотела. 6%? Да не, ребят, не на 6%. Короче, бонг сейчас еще одну заберем и посмотрим, что получится. Of course, никто не вылетает. Возможно, сейчас надо будет тебя минусовать. 5 атаки, возможно, достаточно. Если, конечно, мы сейчас трепет не бахнем отсюда, ребят. 7-7-7 на трепет отсюда. Лема много. Так, ладно. Дальше, ребят, ставлю по трекам. Сейчас, где там остановился? О, нет, нет, не оно. Тоже не оно. Тоже не оно. Это оно. 7-7, реально сейчас соберем. Подождите, а что если прокнет... Ладно, пробуем. Опс. Он лишний, бонг быстрее, да не, он много камней дает. Если будет реборн сюда, то он еще будет больше камней давать.
Это классная карта. Самой красивой анемии в чате меньше, чем 3. Спасибо, Несёмка. Это он про меня еще крутил. И Оксель Мопсель. Бонг сейчас... Ну да, я говорю, если будет Реборн, эта штука сильнее же, все равно. То есть, типа, 4 камня. Ладно, мы сейчас пытаемся сейчас быть сильными. Да! Я вылетел! Я не могу... Нет, это вылет 100%. Я не могу с таким агазом не вылететь, это невозможно. Это невозможно, нет. Всем ба-ба-дам, пока. Золотой Ругук триплет Бонга. Это вылет, пока. Так, спасибо, спасибо тебе. Сейчас, секундочку. Несёмка, спасибо за 100. И Ким, спасибо еще за 200. Треки я тебе поставлю. Эй, подожди, он слабый. Прям воняет слабостью. Погодите-ка, ребят. Какой? Это что, следующий ход будет, что ли, какой-то мощный? Нет. Чтобы Арслан делал мощные ходы? Нет. Как не вылет? Вот-вот, как не вылет? Кстати, опять же, он все больше и больше боевым становится. И мне еще бота дает сверху, вау. Это, кстати, еще тот, который меня побил. Ой-ой-ой. Красота, вообще по всем фронтам красота. 2-2 дает. Один камень дает 5-30. 2-2 дает за 3. Но с другой стороны, бафает вот это, вот это, вот это. Он типа. Очень много карт получает бафы. Слава покупает, не, на самом деле нормально, учитывая, что это еще вам дает бафы. А не камень надо будет дать. А, не, подождите, я могу просто так же сделать. Молодец. Ну ладно, ну хорошо. 800 здоровья. Ты будешь бафать. Во что прицелить будем брать? Ну как будто тяжело, если должна ходить переливка, что мы должны делать? Мы должны продавать сейчас две карты, чтобы можно было в него перелить. Как будто не. Скоро релакуи развиваться перестанет, так это меньше проблем. Если мы всех будем выигрывать и релакуи не будет развиваться, я думаю, это не супер страшно. Здесь у нас стоит даже какие-то карты. Возможно, сейчас найти эффект конца хода и протащить не будет минус ревендар, допустим, сделать. Так, сейчас ставлю, ребят, дальше. Его третьим, так его тоже нет. Там яда есть, так что он, наверное, влетит. Жалко, что ты тоже влетаешь. Камни получим, только баф получим. Клив. А клива нет в игре. То есть нет мехов, нет пиратов. Клиф может быть что-то вроде только Элема Задуваки. Зачем прилетел Галиса в игре без обилки? Но обилка там где-то работала раньше. Зверь 5, ну или зверь 5, да, вот что такое. А, киквейт, ну шел. В яд врезался, подожди. 2-2-8, под... Ну, в этот раз ему не хватает.
справиться. Что почем, ребята? 5 единиц вика на урон не стоило того. Как будто уже нет у нее места. Уже поздновато. Арслан забыл в подвале в лесе усатую мышь выпустить из подвала, он же без еды не сможет. Не, мышки выживают. Мышки очень живучие. А, или это крыса живучая? Арслан, теперь ты можешь орать ветра, да? Ветра! Повинуйтесь моей воле. На вилла с баблами. Что за трек? Книжные дети называются. Ну, мы заберем его. Так пока непонятно зачем. Плохосоход еще, чтобы он мог сработать. И он мог сработать. Но было бы круто, да. Читал. Блин, я хочу еще не менять. Ребят, насколько крейзи вообще ничего не менять? Я хочу просто его руку забрать, сделать ролл и так посидеть. Там муртлоки с баблами. Да потрачу, я потрачу. Блин, пойди его надо забирать. Пойди, это хорошо. Ладно, вот так пробуем. Сейчас вроде дальше ставлю по очереди. А чё так много там баблов? Он же недавно ее получил. Не хватает, вообще ни в какую не хватает. Фак. Но проходчика, да, искать. Мне просто яд выделали. Сегодня слышу звонок в дверь, я спрашиваю, кто это? Мне говорят, это новый сосед пришел знакомиться. Смотрю в глазок, вижу вот это. Уже третий день боюсь выходить из дома. Кстати, еще не видел этих соседей вообще. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!